кайф идти в школу и опаздывать. 8:30, мы уже начали занятия. Хотя нет, только 8:29, но я думаю, что звонок уже раззвучал. Зазвенел. У-ху! Ага. Ну так. Идем со мной в школу. Мария, как ты можешь быть такой глупой? Будет, как сказать, она уже лежит на плечах. Сейчас кнопка нормально поставила. Да! Давайте интересный блок получится. Не только. Ваше комментирование. По поводу чего? Комментирование по поводу субботы. По поводу чего? По поводу субботы в среду. Нормально? А то, что в субботу нам будет тяжело по среде. Не будет. Почему? В среду легкий урок. А? В среду легкий урок. В общественных местах же не запрещено снимать? Это общественное место? Не все зайти. Никогда. Я говорил только да. Иногда голодал, иногда пропадал безутешно, рыдал, не рыгал. Я иду восстанавливать полис. Суперстар. Ой. Блять, просто это, блять, было нахуй. А Лера у мамы кулинарка. Моё! Суки! Мразь. Ходим без спорта. Сразу говорю, за что можно получить баллы. А второе, за баланс указанием объяснения. Достаем ЕГЭ. Такую. Неправильно уравнял. Индюшка. Я нашла сегодня какого-то кролика на лестнице. Ребята, чей кролик, отпишитесь, йоу. Это первая школа. Это вообще пиздец какой. Прибавили выводы уравнения 2 балла и отняли 1 балл на последнюю задачу. Сережа пишет конспект, а я уже не вся. Бич. Да, я молодец. За окном фигня, вон снег. Дебилка у нас снег. Нет снега. Да, смотри, смотри, снег. На окне. А, не приближать. Искусство. Что вы скажете по поводу химии? Химия зло. В переносном смысле. Поймем только мы. Лишние люди, лишняя уборка. Каспарова Мария Ивановна. Значит, это на что? То на что? Но Мария, так лишние люди, лишняя уборка. Так она тут уголочек не будет убирать. Так тот уголочек наш. А дальше сами там уберетесь, детки. Приятного аппетита. А в общественном месте снимать можно? В общественном месте снимать можно? Это общественное, а чуть не общественное? Нет, конечно. Общества здесь нет, тут только деграданты. Такие, как ты. Подорожь. А у вас котлетки сырые, вкусные. Сырые, вкусные. Привет, а как это?
как ты сказала еще? А, и продукты, помидоры, томаты. Еще заходишь тут вот так вот, мусорка тут унитаз, как будто. Какая красивая. Вот, а потом идешь кушать. Да, да, вот эти руки. Вот, Украина. Обзор на 31-ю школу. Смотрите, Украина. Украина – це Європа. Я забыл. О, спасибо. Прощай. А съемка в общественных местах не запрещена вообще-то. Красивый вид. Идем, 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 идем танцевать. Ребят. Хочу больше всего сейчас в жизни. Труха Надю. Это было. Не надо подумать. Это было. Что ты сказал? Ну это неправда. Ладно, дальше давай. Короче, я не знаю. Сереж, как дела у тебя вообще по жизни? Хуёво. Сереж, скажи, я красивая сегодня? Ну скажи честно только. Ну говори быстро. Быстро история сейчас закончится. Быстро. Глаза блестят, я вся блестю. Я блестячка. Я самая лучшая. Как покладу свою покладушку на покладутку, так покладутятся все покладиться.